Участник реалити-шоу «Дом-2» Роман Гриценко дал интервью Дни.ру. В ходе беседы он рассказал, что не прочь закрутить роман с герцогиней кембриджской Кейт Миддлтон. «Роман, вы испытывали сильные чувства к Ольге Бузовой. Как с этим сегодня? Ваше сердце свободно для новых симпатий?» «Да, безусловно, Коля, я испытывал сильные чувства. Это была моя первая влюбленность и сразу такая. Уверена 100%, что эти чувства были взаимные, но, к сожалению, нам не суждено было быть вместе. Та история – часть моего прошлого, но не настоящего. С Олей у меня всегда будут связаны самые теплые воспоминания и чувства. Я уверен, что она обязательно встретит того самого, который покорит ее сердце. Одного она уже встречала. Какой вы видите будущую невесту? Вы очень амбициозный мужчина. Может быть, есть кто-то на примете? На данный момент мое сердце свободно. Сейчас я делаю акцент на своем развитии, формировании фундамента. Но жизнь – такая непредсказуемая штука, что уже завтра я встречу свою любовь. Пока этого не произошло. Она должна сочетать в себе несочетаемое, наполовину ангел, наполовину дьявол. Она должна знать себе цену, обладать чувством юмора и смеяться над моими шутками, хотя над ними все смеются. Она должна быть верной и преданной. В наше время не так просто найти достойную девушку. Хотя одна на примете у меня есть. Кейт Миддлтон соответствует всем этим качествам. Принцу Уильяму остается только надеяться, что мой выбор не падет на нее, в противном случае королевская семья просуществует недолго. Как собираетесь добиваться будущей возлюбленной? Природное обаяние и умение нравиться девушкам – это то, что мне дано от рождения. Комментарий эксперта Роман – амбициозный парень. Но чтобы добиться Кейт, нужно познакомиться с ней лично и выбрать правильную тактику. К Миддлтон, как говорится, на хромой лошади не подъедешь, заявил Дни.ру психолог, эксперт шоу «Бородина против Бузовой» Илья Саглиани, комментируя возможный роман звезды «Дома-2» с Кейт Миддлтон. По его мнению, такой мужчина, как Роман Гриценко, всегда сможет расположить к себе женщину, чтобы понравиться ей. Целеустремленность холостяка Гриценко не видит никаких границ. Похвально, заключил психолог.